Честно, понравился, но не совсем. Мне показалось, что это та же самая бойлерная конца 90-х, только более раздутая, с медийными личностями и с добавлением юмора. Скорсезе один из моих любимых режиссеров, и его сотрудничество с Ди Каприо, конечно же, в очередной раз показывает профессионализм, уровень и драматургию его фильмов. Фильмы потрясающие, я думаю, что нужно какое-то время для того, чтобы его проанализировать, но при этом замечательная актерская игра, в том числе актеры второго плана, потрясающая операторская работа. В целом фильм замечательный. Спасибо. Очень необычная роль для Леонардо Ди Каприо. Будет удивительно, если он за нее не получит Оскар. Он очень вжился в мимику и в вообще образ этого человека. Это реально человек. Я читал в том числе его книгу, которая, в общем, потрясающе интересный фильм. Всем советую. Спасибо. Ди Каприо бесподобен. Я просто не ожидал. Я так уже к нему привык, а тут он прям в новых красках. Супер. Все очень позитивно. Несмотря на такую концовку, фильм очень позитивный. Я думаю, что я даже, может быть, еще раз схожу, а может, даже не один раз. Супер.